Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Мир вам, милость Аллаха и его благословения. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди – достоинство шахады, место шахида и философия войны в исламе. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге: «Ваш-шухадау инда раббихим лахум аджурухум ва нурухум». А павшие мученики находятся возле своего Господа, и ему готова их награда и их свет. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного единственного Аллаха, у которого нет сотоварища. И свидетельствую, что наш Господин Пророк Мухаммад, его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, поистине, шахада или мученичество на пути Аллаха имеет великое достоинство и возвышенную благородную цель. Аллах, слава ему и величие, избирает для шахады тех, кого он хочет, из числа своих рабов. Всевышний Аллах говорит: «Ваяттахида минкум шухада» и избирает среди вас павших мучеников. وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Те, которые повинуются Аллаху и посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники! Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, тоже говорит: «Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, хотел бы я сражаться на пути Аллаха и быть убитым, потом снова сражаться на пути Аллаха и быть убитым, а потом снова сражаться на пути Аллаха и быть убитым». Настоящий шахид или мученик – это тот, кто умер на пути Аллаха, защищая свою землю, честь, имущество или родину. Ему будут прощены все грехи с первой пролитой капли крови. Ему покажут его место в раю. Он сможет заступиться за 70 своих родственников. Так что сделка шахидов всех Господом гарантирована. Всемогущий Аллах говорит: «Инна Аллаха аштара миналь му'минина анфусахум ва амвалахум би анна лахумул джанна». يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Воистину, Аллах купил у верующих их жизни и имущество в обмен на рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. Таковы его обещания и обязательства в Торе, Евангелии и Коране. Кто выполняет свои обещания лучше Аллаха? Возрадуйтесь же сделке, которую вы заключили. Это и есть великое преуспеяние. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, тоже поведал: «Клянусь тем, в чьей длани душа моя». Любой человек, получивший ранение на пути Аллаха, и Аллах лучше знает о том, кто получит ранение на его пути, обязательно явится в день воскресения со своей кровоточащей раной, которая будет цвета крови, и запахом ее будет ароматом мускуса. Шахиды, даже если они отходят от той жизни, которой мы живем, они живы у своего Господа могущественного и возвышенного, радуясь его милости и щедрости. В священном Коране говорится: «Валя тахсабанна лазина кутилу фи сабили Аллахи амуатан, бал ахьяун инда раббихим юрзакун, фарихина бима атахум Аллаху мин фадлих, ва ястабшируна бил лазина лам ялхаку бихим мин халфихим, алла хауфун алейхим ва лахум яхзанун, ястабшируна би ниаматин мин Аллахи ва фадлим, ва анна Аллаха ла юдиу аджра лмуминин». Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа.
радуясь тому, что Аллах даровал им по своей милости, и ликуя от того, что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут опечалены. Они радуются милости Аллаха и щедрости, и тому, что Аллах не теряет награды верующих. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха, мертвецы. Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого. Шахада имеет множество форм, величайшей из которых является шахада тех, кто умер за родину, жертвуя собой ради ней, защищая ее землю и жителей, ища удовольствия всемогущего Аллаха. В хадисе пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, говорится: «Кто погиб, защищая свое имущество, тот шахид, и кто погиб, защищая свою семью, или защищая свою жизнь, или защищая свою религию, тот шахид». Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Один человек пришел к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и спросил: «О посланник Аллах, скажи, что я должен делать, если ко мне явится человек, желающий отобрать мое имущество?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не отдавай ему своего имущества». Человек спросил: «А если он нападет на меня?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сражайся с ним». Человек спросил: «Скажи, а если он убьет меня?» Он сказал: «Тогда ты станешь шахидом». Человек спросил: «А если я убью его?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тогда он попадет в ад». Вот что я хотел вам сообщить. Я прошу Аллаха прощения для меня и для вас. Хвала Аллаху, Господу миров, который мир и благословение последнему изо всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до судного дня. Дорогие единоверцы, исламский шариат предусматривает войну в качестве отражения несправедливости и агрессии, поскольку ислам не стремится ни сражаться, ни проливать кровь. Аллах Всемогущий и Достославный говорит: «Удина лилладзина юкаталуна би аннахум зулиму, ва инна Аллаха аля насрихим лакадир». Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому что с ними поступили несправедливо. Воистину, Аллах способен помочь им. «Ва катилу фи сабили Аллахи лладзина юкатилунакум ва ла та'таду, инна Аллаха ла юхиббул му'тадин». Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не приступайте к границе дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников. Ва ин джанаху лиссальми фаджанах лаха ва таваккал аля Аллах, иннаху хуа самиу аль-алим. Если они склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру и уповай на Аллаха. Воистину, Он слышащий, знающий. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, тоже говорит: «Не желайте встречи с врагами и просите Аллаха об избавлении. Но если уж вы встретились с ними, то проявляйте терпение». Более того, ислам, который разрешает войну, имеющий целью отражать агрессию, категорически запрещает разрушать созданное или сносить построенное. А сподвижник и посланник Аллаха, мир ему благословение, рекомендовали своим военачальникам не рубить деревья, не сжигать растения, не нападать на крестьян на их полях или монахов в их монастырях, и не убивать ни женщину, ни ребенка, ни старика, пока они не участвуют в борьбе. Как же нам нужно быть на стороне мира, построения и восстановления, а не на стороне войны и разрушения? Ведь все, что призывает к миру, построению и восстановлению Вселенной, совместимо с истинными религиями, и все, что призывает к убийствам, саботажу и разрушению, противоречит всем божественным религиям, скорее противоречит всем моральным нормам, человеческим ценностям и международным уставам. Все, что
Все это требует от всех нас действовать вместе, чтобы консолидировать и упрочить все смыслы мира и противостоять сторонникам войны, разрушения ради счастья всего человечества и обеспечения его безопасности и мира. О Аллах, защити нашу страну и все страны мира от всякого зла и даруй нам благодать постоянного мира и безопасности. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.